Здравствуйте! В эфире Ксения Якунина и прогноз погоды на ближайшие сутки. Характер климатической картины в Черноземье существенно не изменится. В середине недели возможны дожди, а во второй – высока вероятность выхода активного южного циклона. Несмотря на усиление в западной части европейской территории России антициклона с севера, погода останется преимущественно облачной, возможен небольшой дождь. Сильные дожди пройдут с начала месяца уже скоро. Будет дуть резкий северо-западный ветер. Ночью при прояснениях термометры покажут плюс 2, плюс 5. Дневной прогрев составит плюс 13, плюс 15 градусов. С севера к региону приближается небольшой волновой циклон. В ночь с пятницы на субботу он принесет дожди до умеренных. В столице без изменений. На протяжении всего дня погода будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха днем плюс 10, ночью плюс 7 градусов. Ветер северо-восточного направления 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. На Черноморском побережье сохраняется пасмурная погода. Не обойдется без осадков. Дожди не застанут только Новороссийск и Геленджик. Днем воздух прогреется до плюс 16, плюс 20, ночью до плюс 15, плюс 18. Ветер северо-западного направления с порывами до 8 метров в секунду. Столица Кубани также не порадует теплом и солнцем. В ближайшие дни будет пасмурно, пройдут дожди. Днем плюс 17, ночью плюс 14. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. На сегодня о погоде все. Строительная компания «Стройэлектросеть Кавмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. С вами была Ксения Якунина. Всем желаю прекрасной погоды. Сохраняйте хорошее настроение и дарите его другим.